Значит, для того, чтобы думать, вы должны на самом деле войти в соответствующее эмоциональное состояние. Вы не можете думать, когда вас отвлекают. Представьте, что вам нужно принять какое-то решение, вы обдумываете какие-то варианты, и я буду постоянно вас дергать. Вы как будете реагировать? Вы будете раздражаться, потому что вы не можете сосредоточиться на вопросе. Да? Значит, нам необходимо входить в определенное состояние, когда нас не дергают. Ученые выяснили, сколько это времени. Нам нужно 23 минуты, чтобы как следует на чем-то сосредоточиться. Но вы телефон за это время успеете проверить раз 20. Я уже не говорю, сколько к вам придет сообщений и чего от вас будут требовать.